Здравоохранение, образование, малый и средний бизнес и сфера услуг. На ярмарке в столице свои вакансии представили больше 70 крупных компаний. Участие в ней приняли молодые люди в возрасте от 18 до 35 и выпускники вузов. Мероприятие проводят во всех регионах страны в рамках проекта «Жастарға жұмыс». Подробнее в материале Анель Еділқызы. Арман Жабатаев – выпускник столичного университета. Вуз закончил несколько лет назад, факультет радиотехника, электроника и телекоммуникации. Работу по специальности, говорит, удалось найти сразу, но в небольшой компании. По специальности, да, небольшой опыт собрал для себя. И теперь, можно сказать, уже стабильную, хорошую работу. В данный момент нашел подходящую вакансию вот в Казмедиа-центр. Сейчас с ними резюме сдадим и будем с ними сотрудничать, скорее всего. Цель этой ярмарки, по словам организаторов, создать условия для профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи. На площадке также представили вузы для приема абитуриентов, а специалисты госорганов провели бесплатные консультации. На консультации, безусловно, это вопросы образовательного характера, вопросы повышения квалификации. Безусловно, есть определенные сложности, вызванные проблемами, социальные проблемы, которые существуют, в том числе и коррупция. Поэтому люди зачастую обращаются за юридическими консультациями. То есть некоторые ребята, которые хотят на работу устроиться, иногда не могут открыть запертые двери. Поэтому эти консультации мобильные, в том числе посредством депутатского корпуса партии «Аманат», решают такие задачи. С начала года в Казахстане организовали больше 100 ярмарок вакансий. Их посетили 90 тысяч человек. И почти 20% уже устроились на работу. Анель Еділқызы, Жандос Битабаров, Хабар 24.